что он здесь стоит, мне там бомбят все, звонят, говорят, что за фигня? Тут ограбление было на втором этаже, что не пошел? А, нормально, не торопись, брат, там. Там это, квартира этого. Риэлтор или маклер, их ограбили, нормально все. И что, какая разница, человек квартиру ограбил? В смысле, какая разница? Они же тоже люди грабят же. За осмотр, досмотр, показ, макар, за все бабки берут. Они же грабят людей же. Тем более, блин, по WhatsApp там какие-то левые фотки отправят, потом не звонят. Какая разница, Лев? Ты забыл, что как сам квартиру снимал, что ли? Ну да, бар не берет. Ну да, если маклера, что не жалко. Че, не с ним звонят? Может, похаваем? Да, поедем, пообедаем. Здравствуйте, Соля Оскаровна. Так, Санжар, что тебе надо, а? Пошел отсюда. Не видишь, я занята. Чем занята? Парней цепляю. С книгой? Ты что, не знаешь? Парни любят образованных, начитанных девушек. Как я. Так что пошел отсюда. Он как раз идет. Все, все. До свидания, Соля Оскаровна. Соля Оскаровна. Че опять? Книгу переверните, а то видно же. Пошел отсюда. Что с тобой? Блин, Жан, я не понимаю, почему все парни вокруг меня кричат, матерят просто так? Кто матерят? Вон там! Нифига, пошли пообщаемся, ёб***ь! Ты чё, дура, стоишь? Зелёная горит, тупица, давай, ну вот, видишь? Ну ты реально тупица, езжай, зелёный горит, ё-моё, дожди, ты поспорванешь? А ты сам руля, вот мы ходим, сломай я. О, братуха, подстрахуй, пожалуйста, а? Да-да, конечно. О, от души, брат, Рахмет, брат. Блин, Рахмет большой. Нормально, брат. Нормально. От души есть, брат, Рахмет. Рахмет, брат. Брат, еще раз подстрахуй, пожалуйста, а? Да без проблем. Давай. О, хорош. Да? От души, красавчик. Брат. Блин, красавчик. От души, брат, от души. Рахмет, брат, вообще красавчик, поддержал, жесть. Брат! Братуха! Молодой человек, подстрахуй, пожалуйста. Давай. It's been a long day. Жексенбаев! Каримов, как дела, брат? А ты вообще не изменился, да? Вот, снизу классно будешь, брат. Давай, Рахмет, Рахмет. Чем занимаешься? Да, я вот в строительной компании работаю, вот ЖК выиграли тендер, 15-этажка, сейчас строим, нормально, офис в Дубае. Круто. 10 штук бакс файлок. Ой, классно. Че, чем? Я юрист, брат. Юрист. Иностранная компания, нормально. Тоже 15 тысяч долларов зарплата, водитель свой. Все классно. Да я вот тороплюсь, давай, номер запиши, мой номер есть, да? Давай. 702, ага. 215, ага. 46, 28. 5000 закинь туда, на Каспи. Блин, брат, у меня нету на Каспи. Налом есть, я потом тебе закину. Блин, налом тоже нет, машине забыл. А машина далеко, да? Блин, машина на ИСТО. А, ладно, давай, братан, еще Хабаровск, я тебе с Дубая позвоню. Все, позвони мне, позвони. Разрешите, заберу. Hello. Жан, я родила мальчика! Понятно, это... Алма-варма! Не вини? Яблоко! Яблоко, да, есть. Скинь, пожалуйста, мне! А? Давай, Өмірді неше түрлі дал байыптар болады. Бірақ ренжімеу керек. На кетіп бара жатқан адам өз мінезі сондай, тірлігі сондай. Бұл балаға ренжу күнә. Ренжімеңдер, жібере беріңдер, болсақ құдай боп жүре берсін. Бас аман болсын. Батя, че? Я пойду в душу помолюсь. Ты че, в душу быть забыл? Сынок, тебе звонят. Попросту говоря, на лице преступника написаны все его звонки. Да. Алло, братуха, ты где? Давай быстрее подтягивайся, улази с туса. Девчонки, давай быстрее. Девочки, да ты че? Ну все, да этот адрес скидывайте, давай, местоположение. Сейчас я приеду. Давайте. Что я сказал?
Что за молодежь охреневшая, а? Алло, слышь? Да, да. В смысле я к вам приеду? Вы ко мне приезжайте. Что, я буду к вам ездить, что ли? Давай, давай. И девчонок не забудьте. А что, майку переодеть, что ли? Надо новую майку переодеть. Big side. Ну. Официант? Готов сделать заказ? Да, да, да. Так, можно мне, пожалуйста, вот тигровых креветок? Тигровых креветок? Да, побольше. Хорошо. Так, виски какие у вас самые дорогие? Вот эти. Дорогие, да? Дорогие, да. Давай побольше, 0,7. 0,7, давай, хорошо. Потом, о, устрицы тоже давай. Устрицы, да, хорошо. Тоже побольше. Извините, можно вопрос? Ага. Я вас здесь никогда не видел. Вы оттуда пришли? Оттуда? Нет! У меня шиномонтажка своя. А, шиномонтажка. Бизнес. Ой, было время, да? Мы с отцом, дочем, голову ломали, ломали, что тебе на день рождения подарить. Но сама скажи честно, что ты хочешь? iPhone 13. А что ты сразу квартиру не захочешь? Ну, вы спросили, я ответила. А сколько он хоть стоит-то? 1,5 миллиона. Ой, мамочки, как две папины машины. Почему две папины машины? Да за его Жигули 750 давали. А что ты сразу у Беловьейца в семье не родилась? У нас родилась? Что человеческое, нормальное, попроси. Ну давайте чухол не обновить тогда на телефон. Ты это, с небес спустись вот сюда. Ничего, дома убираемся. Решил помочь тут, тюля одеваю. Вот, чищу картошку, позвонка помогаю кушать, готовить. Ой, неделя была сложная, на работе завал, очень сильно устал, стресс. О, мужики, коллеги все пошли отдыхать, гулять. Я решил с семьей, с женой лучше полежать дома. Да я тут постираться решил, пока ее дома нет. Она на маникюр ушла, я ей деньги дал. Да ничего, вот гуляем, сейчас, наверное, в магазин пойдем закупаться. Да вот кушать собрался, трехдневный суп, а ей суши заказал. В выходной решил отоспаться, она еще спит, привыкла до обеда спать. Я не сплю, гонишь что ли? А, нет, не спит, оказывается, уже. Ну да, обид же уже. Алло, Ерлан, привет. Это Салта. Ты, наверное, меня не помнишь. Мы неделю назад в ночном клубе знакомились. Ты тогда чуть-чуть пьян был. Да я чё, звоню, просто скучно. Что делаешь, дома? Ой, такие голоса там, чё, ты там с пацанами, что ли? А давай я со всеми вот познакомлюсь через телефон, я по голосам узнаю, какие они характером. Я сейчас с подругами приеду. Кстати, у меня несколько подруг классных, моделей. Давай-давай, передавай. Привет, как тебя зовут? Ержан? Салт, очень приятно. Какой у тебя такой голос баритонный. А следующий, давай, кто там? Талгат, здравствуй. Как дела у тебя? Это Салта. Ты такой добрый, кажется, да? Еще давай следующий. Ербол, привет, Ербол. Уай, сколько там у вас? Шестеро? Там живете, что ли? Сиама, Сбавы, сколько комнат там? Я сейчас с подругами приеду. Давай там, передавай она Ерла. Алло, Ерла. Эй, Ерла, это я, хозяин квартиры, Арман. Вы же сказали, вдвоем там будете жить, Чё за фигня, Я сейчас приеду. Чё, Маш, садись. Я вообще хотел с тобой поговорить. Слушай, знаешь, я хотела тебе сказать огромное спасибо, что ты меня просто вот так пригласил пообедать. Потому что постоянно все для вайнов, там, для совместок. А тут вот от души, блин, спасибо тебе огромное. Да, чисто от души, чисто от души, никаких вайнов. Я вообще даже об этом, вообще речь не может быть. Спасибо. Давай лучше выпьем, поговорим, давай, может, давай. Что-то закажем, да, ну, пообщаемся. Пасту хочу, пасту. Пасту, хорошо, пасту. Здравствуйте, что желаете? Пасту, да? Есинжан? Какого хрена вообще? Это вот специально, да, ты меня пригласил, чтобы совместный вайн снять, да? Да, понятно, Джуниор, спасибо, ребят, большое, очень приятно. Да, Маша, это просто, честно, это просто было так. Он работает здесь! Давай, братан, не расстраивайся. Давай лучше жабка сними. Капец, смешной образ так стоишь. Вот. Давай сними. Да нет, да я уже настрой потерялся. Маш, подожди, он здесь работает.